Так, приветствую всех подписчиков, зрителей канала. Расскажу про Сайгу 308. Купил я его год там назад. Приобретался чисто для того, чтобы возить в рюкзаке в лес в тайгу. А до этого у меня был ЧЗ 550 308 калибре. Точная, но длинная. А это складывается и рюкзак или кофр снегохода, квадроцикла, и все удобно. А для леса, там тайга, горная тайга, ну, прицельная стрельба максимум там 70-80 метров, в основном 30-40 метров. И эта тайга позволяет прицельно стрелять, ну, раза 3-4 выстрелы успеваешь, когда лось, например, появился или выбежал. Установил планку китайскую с Алиплекса. Такой хороший, длинный. Можно и ночник поставить, можно прицел-загонник. Ну, я планирую сюда прицел-загонник поставить. Вот так. Сюда ДТК поставил. От Владимира Б-46 называется. Вконтакте есть. На Ганзе есть, вконтакте есть. Он направляет выстрел туда. Ну, уши не глушит. А так, без этого он вообще громко стреляет. Ну, про сайгу видео много, что тут рассказывать. Обычная сайга, короткая, ствол 35 сантиметров. Выбирал именно короткую. Ну, до этого был ЧЗ-550, потом Вепр. СОК-95 был длинный, 59-й ствол, тяжелый. А это 3200 весит. И самый большой плюс у него, он короткий. То есть я его рюкзак сую, багажник. Никто не видит, никто не спрашивает. И все довольны. Ну, пока стрелял на 50, на 100. Из него уже два лося взял. Лицензия не моя была. Ребят позвали там, ну, бригаду. Все, и все, больше ничего не стрелял. А так планирую загонник поставить. Весной у меня отпуск, поеду в деревню и буду его отстрелять на 100 и на 300 попробую. Ну, дальше, мне кажется, смысла нет из него стрелять. Я из чизытки до километра стрелял, на 500, на километр, но из этого не получится, наверное. Стреляю дешевыми патронами, барнаулские 10-9 грамм. Хороший такой рабочий карабин. Два магазина на 8. Для охоты хватает. Так что вот так. Складываешь. Вот такой короткий, все. Ну, пока кронштейн стоит, не получается складывать его. Всем спасибо, подписывайтесь. Будет видео про стрельбу разной дистанции. Подписывайтесь.